Дерево, как бы мощны и крепки не были его корни, можно выкорчевать за какой-нибудь час. Но нужны годы, чтобы оно стало плодоносить. Время и случай ничего не могут сделать для тех, кто ничего не делает для себя самого. Никто не знает, что такое время. Течет оно или летит стремглав, и нам лишь остается только верить о нем, что говорят нам на словах. А где граничит будущее с прошлым? Ведь настоящим где-то, только где? Ответ на это не бывает точным и не укладывается в голове. Остановить бы время на немного или вернуть былые времена, чтоб отнестись к себе серьезно, строго, не совершать ошибок никогда. Как ощутить секунды и минуты, ведь их потрогать нам не суждено. Тревожит разум мысленные смуты, увидеть время как и что оно. За веком век наука развивалась, но не способна она дать ответ. И потому одно лишь нам осталось, как размышлять о том, чего и нет. Время – самый честный критик. Необходимо нечто большее, чем талант, чтобы понять настоящее, нечто большее, чем гений, чтобы предвидеть будущее, а между тем так легко объяснить минувшее. В 20 лет над человеком властвует желание, в 30 лет – разум, в 40 лет – рассудок. Остановись, мгновение, ты прекрасна.